Новые электрички запустят от Лыткарино до Москвы с остановкой в Люберцах. Об этом накануне сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий на своей странице в Инстаграм. Власти Люберец совместно с главой городского округа Лыткарино Евгением Серегиным и замначальника Центра по развитию Московского транспортного узла РЖД Дмитрием Шустовым на выездном совещании по развитию железнодорожной сети обсудили планы запуска ускоренных поездов от Лыткарино до Москвы с интервалом 15 минут. Глава городского округа уточнил, что для люберчан путь до конечной остановки займет 25-30 минут. Новшество значительно раскрутит станцию Люберцы-1 и обеспечит транспортную доступность для жителей Лыткарино. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ.